такое дело. Да, спасибо. Так вот, значит, мы добрый вечер еще раз всем. Мы сначала завершим разговор на тему отцов и детей в книге Шмуэля и в начале книги Царей. Я напомню вам, что мы завершили разговор в прошлый раз как бы теми событиями, которые происходят в семье Давида и которые воспринимаются как наказание ему за преступление с Батшевой. И все эти события так или иначе, почти все эти события так или иначе связаны с семейными неурядицами, в которые ввязаны его дети. Сначала был старший сын Амнон, о котором мы говорили в прошлый раз. Вслед за тем это был его сын Авшалом, который сначала мстил за позор своей сестры Тамар и убил собственного старшего брата, как бы вновь комплекс Каина и Эвеля здесь проявляется, только наоборот, поскольку младший убивает старшего, вот, потом он бежит, возвращается, у него не лады с отцом и в конце концов восстание против отца, и то, чем мы завершили, это разговор о том, что отношение Давида к своим детям в книге Шмуэля изображается довольно неоднозначным образом. Вообще книга Шмуэля во многом изображает своих персонажей неоднозначно, не давая очень часто прямых оценок тому, что происходит. Так вот, касательно Давида, как получается так, что наши слабости являются продолжением наших достоинств, и наоборот, поскольку в корне всего лежит, с одной стороны, любовь к детям, он любит своих детей, и поэтому не в состоянии, в отличие, кстати, от Шауля, да, мы видели, что конфликты Шауля с его детьми сводились к тому, что Шауль вставал в активную оппозицию своим детям, и, в общем, дело доходило чуть ли не до попытки убийства. В этом смысле Давид является собой полную противоположность. Он настолько любит своих детей, своих сыновей, что даже когда знает, что они совершают заведомые преступления, он не в состоянии их остановить, не в состоянии им противодействовать. Можно, конечно, здесь постоянно держать еще в голове комплекс вины за собственное преступление и потому некоторое чувство ответственности за происходящее. Но в принципе, вот, когда мы обсуждали плач Давида по Авшалому, который так объемно изображен в книге Шмуэля, Давид оплакивает Авшалома, несмотря на то, что тот восстал против него и хотел его убить, это не скрывается. И тем не менее он оплакивает его, своего сына, а его ближайший военачальник Иоав упрекает его, нападает на него и говорит, что люди, которые тебе преданы душой и телом, менее важны для тебя, чем твой сын, бунтовщик, который готов был тебя убить. И Давид, скрипя сердце, вынужден был встать, явиться перед народом, благодарить за спасение. Но в целом, как бы, картина действительно весьма неоднозначная. И как бы, вот это разрушение внутри семьи, оно так или иначе связано с тем, что Давид не способен поставить какие-то границы своим сыновьям, и поэтому они становятся совершенно неуправляемыми. Что один, что другое, а теперь появится и третий. Это, собственно говоря, последний эпизод, который я хотел упомянуть в этой связи. Значит, я открою на минутку наш файл, не то чтобы он нам сейчас очень сильно нужен, потому что там только, так сказать, оглавление, но следуя этому оглавлению. Да, вот оно. Противоборство между Адонией и Шломо. Значит, хотя в книге Шмуэля упоминается еще сыновья Давида в списках, генеалогических списках они появляются. Но реально в книге Шмуэля они никак не действуют. Реально действуют только четверо. Амнон, Авшалом, Адония и Шломо. И книга Царей, как известно, открывается противоборством между
Адонии и Шломо, которая как бы исходно построена как своего рода ремейк восстания Авшалома. Это выражается очень просто. Да? Значит, по поводу Адонии сказано, что он, подобно Авшалому, завел себе выезд лошадей и всадников, и о нем, значит, он тоже как бы возомнил себя фактически царем, используя слабость отца. В случае Авшалома, Авшалом использовал то, что он смог перетянуть на свою сторону значительную часть народа. Здесь используется то, что Давид слаб и немощен. И опять же, редакторская такая вот ремарка очень существенная. В шестом стихе первой главы книги Млахим, книги царей, «Вело отцаво авив миямав лимор мадуа каха асита, вегамгу тов тор меод веото ялда ахарей Авшалом». Значит, нам, во-первых, проводится очевидная аналогия с Авшаломом, и тот, и другой красавцы. А во-вторых, нам опять же говорится, что Давид не в состоянии был каким-то образом его остановить и никогда его не огорчал, не раздражал, и поэтому Адония возомнил себя фактическим царем. Дальше описывается, я сейчас не буду входить в эту историю, она известна, история такого противоборства между двумя партиями. Партией Адонии, которую возглавляет военачальник Давида Йоав. Любопытно, что опять же все повторяется, да, так же точно, как в свое время последнего оставшегося сына Шауля Ишбошета вел его военачальник Шауля Авнер, так вот теперь Адония ведом Йоавом, и к нему присоединяется еще священник Авьятар, а противоположная партия – это священник Цадок, Бнаягу бен Йоада, судя по всему, начальник наемников, и пророк Натан. И им удается выиграть эту партию. Значит, ведутся закулисные интриги, опять же, на тему отцов и детей. Значит, партия Шломо засылает Батшеву к Давиду с тем, чтобы напомнить ему, что он обещал, поклялся, что наследовать ему будет младший сын Шломо. Имела ли место такая клятва или не имела место такая клятва, мы не знаем. Она нигде до этого места никак не проговаривается, что Давид действительно такую клятву, такое обещание произносит. Поэтому есть два подхода интерпретаторских к этому месту. Согласно одному из них, это интрига, это уловка, никакой клятвы нет, и партия Шломо использует немощь Давида и с тем, чтобы внедрить в его сознание, что Шломо должен царствовать. Есть другая точка зрения, которая говорит, что клятва имела место, просто о ней до сих пор не сообщалось. Но так или иначе, очевидно, что опять-таки идет борьба за престол между двумя сыновьями, и эти сыновья борются за то, чтобы отец их признал. В конечном счете отец признает право Шломо, Давид признает право Шломо царствовать, сам Давид умирает, о завещании, которое Давид дал Шломо, мы еще отдельно будем говорить. Шломо воцаряется и повторяется в каком-то смысле история, связанная с Авшаломом и связанная с Ишбошетом, попытка сына овладеть наложницей отца. Значит, это мотив, повторяющийся в книге Шмуэля, первым, точнее, не обязательно даже сына, попытка овладеть наложницами царя. Первым был
была просьба, которую высказал Авнер перед Ишбошетом и получил отказ, хотел получить наложницу Шауля. Вторым был Авшалом, который вошел к наложницам отца во время восстания. И теперь третья Дуния, который просит через Батшеву, мать Шлумо, выговаривает себе наложницу Давида в последние дни его жизни, Авишаг, сунамитянку, тоже получает отказ и в результате гибнет, как покусившийся на царский трон. То есть если мы как бы подытоживаем то, что происходит, мы можем сказать, что вся эта цепочка, такая, можно сказать, магнитовская цепочка смертей и заговоров, она, с одной стороны, объединена темой борьбы за престол. Не зря весь этот комплекс называют часто в исследованиях книги Шмуэля «Сипур Ярушата Кисе», да, рассказ о наследовании престола Давида. А с другой стороны, опять-таки, как некая центральная ось в этом повествовании, в этом нарративе, это взаимоотношения Давида со своими детьми и лишь младший сын Шлумо, да, и это как всегда, да, значит, тема младшего сына, который в результате предпочитается и становится, получает как бы предпочтение и наследует избрание, начинается уже с книги Берешит и продолжается в книге Шмуэля. И вот Шлумо последний из таких персонажей в начале книги царей, который тоже, будучи младшим и будучи, более того, не просто младшим, а рожденным от брака, в результате брака, который был изначально основан на преступлении, на грехе. Только это в результате приводит к какому-то временному равновесию. Значит, каково же послание всего этого рассказа? Есть те, кто считают, что автор книги Шмуэля последовательно проводит антимонархическую линию, пытаясь сказать, вот так же полагал Мартин Нот, как бы вообще это как некоторая одна из осевых идей дипломатического корпуса, значит, пытаясь сказать, что царская власть в конечном счете ведет к вырождению, какая бы она ни была. И это вырождение проявляется в первую очередь в отношениях между отцами и детьми. Так это было в случае Шауля, и так это было в случае Давида. И ничто не может помочь. Да? Значит, как бы в конечном счете даже временные какие-то временное затишье, оно все равно потом прорывается. То затишье, которое наступило с воцарением Шлумо, оно в конечном счете, как некоторый гнойник, все равно прорвется, и в конце жизни Шлумо снова начнется постепенная деградация, которая будет усиливаться при жизни его наследников. Хотя в книге Млахим уже тема отцов и детей играет гораздо меньшую роль, но по поводу книги Шмуэля можно сказать, что этот мотив «отцы и дети», он в значительной степени определяет историческую концепцию книги, потому что именно вот эти семейные неурядицы, это непонимание между отцами и детьми является как бы причиной исторических потрясений. В случае с Эли это приводит к падению священнического дома. В случае с Шмуэлем это кладет конец эпохе судей. В случае с Шаулем это пресекает царскую династию. В случае с Давидом династия остается, но ее все время трясет.
И в конечном счете, так, по крайней мере, опять же, видел это Мартин Нот, в конечном счете царская власть все равно не выдерживает экзамена, и царство гибнет в огне, храм разрушается, но в любом случае книга Шмуэля не пытается представить нам династию Давида, которую автор этой книги называет избранной династией, то есть которой Бог заключает завет, не стремится представить ее как некоторую идиллию, а наоборот, это дом, который все время находится в состоянии такого вот неустойчивого равновесия, которое иногда приводит к тяжелым конфликтам, и эти конфликты так или иначе между отцом и детьми и между братьями связаны с борьбой за власть. Вот. Но это как бы то, что я сейчас сказал, это своего рода такое завершение разговора о мотиве отцов и детей. Перед тем, как мы начнем как бы новый виток рассуждения, а именно сравнение царствования Давида в книге Шмуэля и в книге Девреямим, в книге Хроник, если есть вопросы, их самое время задать сейчас. А нельзя ли, в принципе, эту концепцию видеть иначе, что это некое испытание для дома Давида, отношения между братьями, если мы вообще видим как мотив отношений между братьями, как один из важных мотивов вообще в Танахе, начиная с Торы, например. Да. То есть, не потому, что вообще царская власть порочна, а потому что, в принципе, человечество не научилось наладить отношения между братьями. Потому что в Израиле там разные династии, там они, в общем, не братья, они там все друг друга убивают, еще туда-сюда. А вот у тебя как бы все братья все время есть там. Я согласен, и это испытания, которые, в общем-то, не выдерживают тех испытуемые. Они не выдерживают, потому что они все... Ну, так, в общем-то, все человечество, как бы, Израиль все время с этим не справляется. Верно, но, опять же, если мы, скажем, сравниваем то, что рассказывается в книге Шмуэля, с тем, что рассказывается в книге Берешит, то, как бы... Ну, некоторый конечный посыл книги Берешит, он, в общем, умиротворяющий. Да, значит, было множество конфликтов между братьями, и вот этот последний конфликт, столь тяжелый, между Иосифом и его братьями, в конце концов, приходит к благополучному разрешению. И Иосиф, Йосеф, он, в принципе, не использует свою власть для того, чтобы, он это декларирует напрямую, чтобы мстить. Теперь в случае с Давидом и его детьми мы наблюдаем противоположную ситуацию. Казалось бы, Шломо, ну, Иосиф, так сказать, нового времени, мог бы оставить конфликт, оставить это чувство мести, отставить в сторону вражду, но он этого не делает. В конечном счете последние из его старших братьев погибают. Братья погибают один за другим, никого не остается. Шломо остается фактически один. Там еще есть один брат, который не упоминается. Там есть еще несколько в списках. В списках есть еще несколько братьев. Даже в книге Малахим, да. Причем он тоже среди старших. Чуть ли не второй после. Значит, дело в том, что у Давида, значит, в книге Шмуэля эти сыновья Давида называются несколько раз. В главе второй части книги Шмуэля там упоминаются такие имена. Кроме Амнона упоминается Киль-Ав. После Авшалома упоминается, после Адония упоминается сын по имени Шфатия, затем Итраам. Вот. Но все эти сыновья
они никак не задействованы. Они фактически исчезают. Потом еще говорится о том, что у Давида от наложниц в Иерусалиме еще родились разные сыновья. Шамуа, Шовав, Натан, Ивхар, Илишуа, Нефег, Яфия, Илишама, Ильядава, Илифелит. Да, все эти дети, они никак не фигурируют в нарративе. Они только появляются в этих списках. Значит, откуда, каков источник этих списков, трудно сказать. Может быть, какие-то действительно царские аналы. Но так или иначе, только четверо действуют на арене. И трое из этих четверых погибают. И это братоубийственная война, в отличие от того, что мы видим в книге Берешит. То есть в каком-то смысле, я повторюсь, мы возвращаемся к началу совсем, к конфликту Каина и Эвеля. Только в данном случае происходит все время наоборот, и младшие дети убивают старших одного за другим. Вот. Так что это такая довольно печальная, надо сказать, история, которую, в частности, автор книги «Хроник» принять никак не мог. Он с этим не мог смириться. Значит, мы сейчас, с вашего разрешения, я сейчас открою еще один файл. Это файл старый, и поэтому он, в отличие от файлов презентации, которые я готовил, он на русском языке, он когда-то был приготовлен в рамках курса «Открытого университета». Вот, и, значит, общая идея, которую я еще озвучу в дальнейшем, звучит здесь в заголовке, книга «Хроник» как мидраш книгам ранних пророков. Мы будем говорить конкретно о книге Шмуэля и начале книги царей, значит, и посмотрим, как разнятся подходы этих двух авторов. Значит, автор книги «Хроник», я уже упоминал это, писал где-то в начале 4 века до новой эры, в позднюю персидскую эпоху, как минимум через несколько столетий после того, как были окончательно отредактированы такие книги, как «Шмуэль» и «Млахим», и «Цари». Значит, и вот мы сейчас рассмотрим некоторые кейс-стадис и обсудим это. Некоторые вещи я уже упоминал, но сейчас я их как бы свожу воедино. Перед тем, как говорить о Давиде, прежде всего Саул. Да, значит, книга Шмуэля, как мы уже упоминали, представляет довольно неоднозначный образ царя. В чем-то даже, можно сказать, трагический образ, трагический и в таком обыденном смысле, который мы используем, и в смысле жанровом, потому что, в общем, можно видеть в Шауле своего рода такого еврейского трагического героя, который не может убежать, правда, не от судьбы, а от божественного приговора. Но в конечном счете последнее, что о Шауле говорится, это его оплакивание. Давид оплакивает его. Его прославляют. А, вот он. Дочери Израиля, плачьте о Шауле, одевавшем вас в багряницу и изящные вещи, возлагавшем золотые украшения на наряды ваши, как пали герои в битве. Автор книги «Хроник» рассказывает о Шауле очень кратко. Он пересказывает историю его гибели, а вслед за тем добавляет следующие стихи. «И умер Шауль за беззаконие свое, которое он совершил пред Господом, за то, что не соблюдал слова Господня, и вопрошал дух умершего, и не вопрошал Господа, и умертвил он его, и передал царство Давиду сыну Ишая». Значит, Шауль однозначно в книге «Хроник» называется преступником. Ни одного доброго слова автор книги «Хроник» для него не находит, и хотя он описывает его смерть, которая может быть воспринята как смерть героическая, но как бы его собственная оценка этой смерти однозначно отрицательная. Шауль умерщвлен за свое беззаконие. И теперь, перед тем, как перейти к Давиду, я хочу обратить ваше внимание на то, что в книге «Хроник» полностью отсутствует вся та предыстория царства Давида, которая рассказывается
первой части книги Шмуэля. Она полностью отсутствует. Теперь в этой связи возникает вопрос, как это понять. Есть, опять же, два полярных подхода. Более распространенный такой принятый подход заключается в том, что автор книги Хроник работал с ножницами и клеем, и он вырезал всю эту часть. Все, что там есть, все, что рассказывается о Давиде, сейчас мы попытаемся объяснить, почему с этой точки зрения. Другая точка зрения ровно противоположная, которая высказывается некоторым меньшинством исследователей, состоит в том, что как раз в книге Хроник отражена изначальная нарративная последовательность, а книга Шмуэля, первая ее часть, создана была постфактум для того, чтобы объяснить приход Давида к власти, хотя он не был прямым наследником Шауля. И как бы вся эта история о том, что Бог отступился от Шауля, и что был избран Давид, и что Давид постепенно проявлял себя, в частности, спас Израиль на поле боя во время битвы с Голиатом, и потом был преследуем Шаулем многократно, и нужен был бежать от него. Все это как бы подготовка или объяснение тому, почему, собственно говоря, Давид становится царем, наследует власть. Я повторяю, эта точка зрения мало кем поддерживается. Основная точка зрения, высказываемая уже довольно с давних времен, состоит в том, что автор книги Хроник вырезал эти рассказы. Теперь почему? Казалось бы, он мог их оставить, по крайней мере, оставить, например, рассказ о победе Давида над Голиатом, но это бы его неминуемо повлекло бы и продолжить этот нарратив. Теперь он не хочет этого делать. Почему он не хочет этого делать? На самом деле это не так трудно объяснить, потому что, опять-таки, Давид представлен в книге Шмуэля как фигура неоднозначная. Мы это обсуждали на одном из занятий. Фигура, которой требуется апология, ибо Давид фактически становится силой, противостоящей законному царю. Мало того, что он становится такой силой, но он переходит на сторону злейшего врага. Он, так сказать, становится Леавдель, как говорится, в кавычках, своего рода таким генералом Власовым. Вот. И есть необходимость в оправдании, в объяснении, что и происходит в книге Шмуэля. Нам объясняют, почему Давид был вынужден это сделать. Но поскольку в заголовок нашего сегодняшнего разговора поставлена метаморфоза, превращение живого человека в живой памятник, то можно сказать следующее, что автор книги, являя мимо, автор книги Хроник не допускает своего повествования ни одного штриха, ни одного штриха, где бы в таком неоднозначном и даже отчасти отрицательном свете. Это все убирается из повествования. Поэтому повествование в книге Девреямим о Давиде начинается сразу же с его воцарения. Но еще до воцарения я упомяну его генеалогию. В книге Шмуэля нет генеалогии Давида. Мы только знаем о том, что его отца звали Ишай, и что этот человек был из Бейт-Лехема. В книге Девреямим появляется во второй главе генеалогия, которая рассказывает о том, из которой явствует, что Давид происходит из колена Иуды, и его непосредственным предком был человек по имени Боаз. Откуда это берется? Мы в скорости подходим к Шавуот. Очевидно, что это берется из книги Рут. Автор книги Девреямим черпает свои сведения из книги Рут. Сама книга Рут была, по всей видимости, создана в начале
более-менее в первую половину персидской эпохи, то есть где-то примерно в V веке до новой эры, значит, датировках книги Рут, хотя и вызывала в свое время споры между исследователями, но ее лингвистический анализ достаточно однозначно показывает, что эта книга создавалась в постленную эпоху, даже если она в себе содержала какие-то более ранние традиции. Действительно, в предыдущих источниках нам ни слова не рассказывается о каком-то родстве между Давидом и человеком по имени Боаз, Овед, Ишай. Значит, все это черпается, значит, откуда черпал свою информацию автор книги Рут, мы не знаем, поскольку это впервые появляется там. И имел ли он какие-то письменные или устные источники, или это плод его воображения, мы никогда уже этого не узнаем. Но единственное, что ясно, что автор книги Хроник уже использует этот текст, строит на нем такую последовательную генеалогию Давида, и таким образом человек, чье родство было совершенно неизвестно, да, в отличие от родства, скажем, Шауля, там генеалогия в книге Шмуэля приводится, равно как и генеалогия Шмуэля. А генеалогия Давида отсутствует. Только известно, что его отца зовут Ишай из Бейт-Лехема иудейского. Здесь это дополняется. Значит, теперь я, поскольку мы эту тему обсуждали, я вкратце ее лишь затрону здесь. Значит, один из таких сюжетов, которым видна разница между подходом автора книги Шмуэля и автора книги Хроник, книги Деврея, это история с переносом Ковчега Завета, которая занимает в книге Деврея гораздо большее место, чем в книге Шмуэля. Я не буду пересказывать эту историю, мы ее обсуждали, но значит, важно здесь отметить, что Давид собирает народ и переносит ковчег, хочет перенести ковчег в недавно завоеванный Иерусалим. По ходу дела происходит неожиданная катастрофа, авария, погибает человек, который несет этот ковчег, тоже мы это обсуждали, по имени Уза, и Давид решает повременить с переносом ковчега. Потом все-таки переносит. В книге Хроник, это описывается иначе. Во-первых, автор книги Хроник постоянно, когда он рассказывает о Давиде, постоянно подчеркивает коллегиальность правления. Давид практически ничего не делает, исходя из каких-то авторитарных решений. Он постоянно советуется с народом. И вот в этом рассказе это в первый раз проявляется. Давид советуется со своими начальниками, следует ли перенести ковчег завета. И по общему решению это и происходит. Это такое маленькое изменение, но оно отражает некоторую концепцию, некоторый подход. Давид – либеральный правитель в глазах автора, да, человек, который не является тираном. Теперь, кроме этого, ему очень важно подчеркнуть, что в этом участвует не только народ в целом, а священники и левиты, жрецы и левиты, потому что автор книги Хроник живет с очень четким сознанием того, что Давид обязан был соотноситься с законами Торы. Мы нигде не находим этого в книге Шмуэля. Автор книги Шмуэля ни в коей мере не пытается создать некоторое соответствие между законами Торы и тем, как действуют его персонажи, что иной раз порождает очевидные противоречия. Для автора книги Хроник это абсолютно свято.
Поэтому Давид хочет, чтобы в этом участвовали священники и левиты. Теперь мало этого. В дальнейшем, когда уже произошла эта катастрофа с Узой, то сам Давид в книге Шмуэля, Давид просто узнает о том, что человек, у которого находится ковчег, процветает. Человек по имени Оведедом. И тогда он решает снова попытаться принести ковчег, что он и делает. В книге Хроник к этому добавляется существенно важный элемент, опять же, связанный с левитами. Сказал Давид, никто не должен носить ковчег Божий, кроме левитов, потому что их избрал Господь, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И Давид собирает Израиль в Иерусалим, при этом собирает священников и левитов. Они перечисляются, одна из таких больших любовей автора книги «Хроник» – это генеалогические списки, в данном случае списки в соответствии с Торой, три левитских семьи – Кеат, Мерари и Гершон. И именно тем, что ковчег не несли левиты, объясняет автор книги «Хроник» катастрофу с Узой. Ковчег должны нести левиты, причем сыны Гата должны нести его на своих плечах. Да, это, вы прежде не делали это, поэтому поразил нас Господь наш, ибо не вопросили мы его как должно. И осветились коины и левиты, чтобы поднять ковчег Господа Бога, и понесли ковчег Божий, как заповедовал Моше по слову Господа, на плечах своих, на шестах, что у них. Да, это как бы такой принципиальный для автора книги «Хроник» момент привести историю с переносом ковчега в соответствие с написанным в Торе. Кроме того, он превращает левитов в певцов, то, чего мы тоже не находим в книге Шмуэля. Мы знаем о том, что в эпоху второго храма левиты пели при храме. И очевидно, что автор книги «Хроник» интерполирует знакомую ему реальность в эпоху Давида. В книге Шмуэля нигде не говорит о том, что левиты поют. Петь могут то угодно. А здесь именно левиты, певцы с музыкальными инструментами, и именно это выражает радость. Теперь, здесь я это не поместил, но к слову все-таки прибавлю, что вся история с переносом ковчега завершается конфликтной ситуацией, если вы помните, конфликтом между Давидом и его вновь возвращенной женой, дочерью Шауля, Михалью. Михаль видит, как Давид пляшет перед ковчегом, и у нее как бы в ней зреет недовольство, она как бы воспринимает это как проявление мужланства, что вот как бы Давид царь выскочка, который фактически не знает, как должен вести себя царь. Давид, как известно, отвечает ей, что ради Бога он готов еще больше унизиться, и вердикт автора очень тяжел, как бы подводится черта под дом Шауля, у Михали, дочери Шауля, никогда не было детей. Теперь весь этот конфликт автор книги «Хроник» убирает. Удивительно, что он, тем не менее, не убирает фразу, открывающую этот конфликт, что Михаль видела пляшущего Давида и презрела его в сердце своем. Возможно, что для автора книги «Хроник» это был дополнительный намек, что все принадлежащие к семье Шауля, значит, подернуты некой порчей. Вот Михаль тоже не понимает великого момента, и когда поднимают ковчег в Иерусалиме, и она презрела Давида в сердце своем. Но весь дальнейший диалог убирается автором книги «Хроник» с тем, чтобы не развивать тему конфликта в семье Давида. Он этого старательно избегает. Теперь здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то,
что в книге Хроник полностью, целиком и полностью отсутствует вся та история, которую мы обсуждали во время последних занятий. Отсутствует история преступления Давида с Батшевой и ее мужем Урией Хитийцем. Отсутствуют все конфликты, внутрисемейные конфликты Давида. И, соответственно, естественным образом отсутствует и пророчество Натана о том, что меч не отойдет от семьи Давида. И тут уж большинство исследователей, комментаторов все-таки понимают отсутствие этого нарратива в книге Хроник как концептуальный ход его, в рамках которого он убирает детали, порочащие Давида. Но при этом Давиду посвящено в книге Хроник почти, собственно говоря, не почти, а посвящено почти 20 глав. Почти 20 глав, то есть две трети первой части книги Хроник. Первая ее треть – это генеалогические списки, первые 9 глав, а начиная с 10 по 29, это все эти главы посвящены Давиду. Теперь, если автор книги Хроник убирает практически весь нарратив, который находится в книге Шмуэля, то что же тогда остается? Значит, вот есть рассказ о Ковчеге Завета, но он все-таки всего-навсего несколько глав. А что же еще? И здесь мы подходим к очень важному моменту в книге Хроник, который в отдельной презентации мы обсудим в более подробном виде, а сейчас я только заявлю о нем. Давид является основателем литургических песнопений. Он является основателем литургических песнопений, потому что, во-первых, он назначает левитов, которые должны будут петь в храме гимны, посвященные Богу. Некоторые из этих гимнов приводятся. Вот здесь я привел текст из 16 главы книги Хроник, где перед нами такая своего рода контаминация очень хорошо нам известных псалмических текстов. Здесь соединены разные псалмические тексты, они связаны вместе, и они приписаны здесь тем левитам, которых назначил Давид. Действительно, в книге псалмов, о которой будет разговор отдельный, значит, которая приписана в целом Давиду, очень многие псалмы названы именем людей, которые появляются в книге Хроник. Асав, Едутун, Гейман и другие, которые, согласно книге Хроник, являются теми левитами, которых Давид назначает с тем, чтобы они пели в храме. И песнопения эти литургические, они, более того, они носят пророческий характер. Автор книги Хроник несколько раз говорит о том, что, эти левиты, которых назначает Давид, они поют, произносят свои песни, будучи обуянными пророческим духом. Это не раз и не два подчеркивается в книге Хроник. И таким образом очень много глав, целый ряд глав посвящен, во-первых, перечислению этих левитов, опять же, списку их, и тому, как именно Давид назначает их и как они начинают свою службу. Значит, я просто колеблюсь, продолжать ли эту тему или двинуть к последующему, потом вернуться, я думаю, что мы все-таки сделаем некоторый общий обзор, а потом конкретно вернемся уже на следующем занятии
к этой теме Давида как основателя литургических песнопений, Давид как человек, которому приписана книга псалмов, и Давид как пророк. Да, это как бы такая триада. Значит, будет заявлено, что в некоторых традициях, в некоторых текстах Давид представлен как пророк. Пока же мы продолжим общий обзор того, как представлено царство Давида в книге Хроник. Чем завершается история царства Давида в книге Шмуэля? Она завершается историей с переписью населения. И мы эту историю, в общем, обсуждали немножко. Вот, я хочу обратить ваше внимание на ее начало и на ее конец. Согласно книге Шмуэля, та перепись населения, которую инициирует Давид, является результатом гнева Божьего на израильтян, и Бог подбивает Давида, месит, да, подбивает его пересчитать людей Израиля и Иуды. Мы в свое время обсуждали, что, собственно говоря, столь проблемного в самой идее пересчета. Да, это может иметь магическую основу, да, пересчет людей. И это как бы в еврейской традиции, не только в еврейской традиции, очень часто находит свое проявление. Пересчет людей – это как бы некоторый сглаз, который может привести к несчастью. Другая точка зрения состояла в том, что пересчет людей – это как бы проявление гордыни царя, который как бы хочет показать, что он каким огромным количеством народа он владеет. Вот, а завершается наш рассказ тем, что когда Давиду удается умилостивить Бога, наславшего мор на народ, Давид выкупает у равны и в Усея место, где строит жертвенник, приносит там всесожжения и мирные жертвы, и, как сказано, исполнил Господь мольбу о стране и прекратился мор в Израиле. Да, этим заканчивается книга Шмуэля. Теперь давайте сравним это с тем, как эти вещи показаны в книге Хроник. Прежде всего, мы здесь сталкиваемся с совершенно другим теологическим взглядом на проблему существования зла. Так как мы видим, автор книги Хроник заменяет Бога, который подстрекал Давида исчислить народ, заменяет его сатаном. И встал сатан против Израиля и подстрекал Давида исчислить Израиль. Почему, собственно говоря, автор книги Хроник это делает? Потому что, видимо, ему очень трудно смириться с мыслью о том, что Бог может подтолкнуть человека к греху. И хотя эта идея в разной степени эксплицитности появляется в текстах Танаха, в конце концов, когда рассказывается в истории с исходом из Египта, что Бог ужесточил сердце фараона, в чем-то это тоже подталкивание к греху. Но что касается автора книги Хроник, то у него существует уже четкая иерархия, которая вообще начинает развиваться именно в эпоху второго храма. Есть силы, которые, будучи подчинены Богу, тем не менее, сами несут ответственность за существование и совершение зла. Этой силой является сатан. В книге Хроник сатан появляется в таковой роли всего в четырех местах в Танахе. Во всех случаях речь идет о поздних текстах эпохи второго храма. Он появляется здесь, он появляется в одном месте в книге Захарии, он появляется в прозаической части книги Иова, и он появляется в 109-м псалме. Все тексты поздние, все тексты эпохи второго храма. В эпоху первого храма легко заметить, что сатан не является персоной, а является обозначением некоего, ну, что называется, общего препятствия общего характера.
и только в эпоху второго храма Сатан становится своего рода таким вот, получает ангельский сан. И действительно мы видим, что и в апокалиптической литературе конца эпохи второго храма, и в раннехристианской литературе, и, собственно, в кумранских свитках, вот этот дуализм очень силен. И одна, видимо, из целей этого дуализма состоит в том, чтобы освободить Бога за ответственность, от ответственности за существование и за существование зла. Значит, это, конечно, пробивает некую брешь в чистоте монотеистической веры, но этот наш автор, как и другие, готовы на это пойти, с тем, чтобы отделить зло от добра и не идти по той линии, которую мы, например, находим у пророка, пророка эпохи второго храма, который говорит: «Я Бог, Господь, Йоцер ору воре хошех, осе шалому воре ра». Я тот, который творит свет, делает тьму, создает тьму, делает мир, создает зло. Ани Адонай осе коль эле. Я тот, который делает это все. Значит, такая концепция, видимо, была неприемлема в глазах автора книги Хроник. И поэтому место Бога занимает Сатан. Теперь посмотрим на конец истории. Посмотрим, как это здесь описывается. «И построил там Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения и жертвы мирные, и призывал Господа, и он ответил ему огнем с небес на жертвенники все сожжения». Значит, эта деталь отсутствует в книге Шмуэля, что Бог ответил Давиду огнем с небес. Теперь это вызывает целый ряд аллюзий, воспоминаний, да, потому что, с одной стороны, Бог, если вы помните, отвечает огнем с небес пророку Илиягу, который молится о дожде в известной истории его противостояния пророкам Баала на горе Кармель. Кроме того, это, вне всякого сомнения, намекает на описание книги Вайкра, Левит, где рассказывается о том, что во время освящения Мишкана, Скинии, сошел огонь с небес и пожрал жертву, которая была на жертвеннике, как там сказано в 9 главе книги Вайкра, и явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа и пожрал на жертвеннике жертвы. Да, причем те же жертвы упоминаются, всесожжения, в то время Давид, и сказал Господь ангелу, но он вернул меч с ножен его, в то время Давид, видя, что Господь ответил ему на гумне Орнана и Иусея, принес там жертву, и скиния Господня, которую сделал Моше в пустыне, и жертвенник всесожжения были в то время на высоте в Гивоне, об этом мы уже говорили в свое время. И сказал Давид, последняя фраза, которая венчает этот рассказ, и сказал Давид: это дом Господа Бога, и это жертвенник всесожжения Израилю. Заметьте, что в книге Шмуэля, нет прямой смычки между местом, которое покупает Давид с тем, чтобы поставить там жертвенник, и будущим храмом. Эта смычка появляется впервые в книге Хроник. Кстати, то, что я здесь не привел в этом тексте, но в третьей главе второй части книги Хроник напрямую заявлено, что Шломо начал строить храм в том самом месте, в котором Давид приготовил жертвенник. Это и есть место храма. Причем таким образом получается, что антураж здесь гораздо более величественный и торжественный, чем в книге Шмуэля. Причем это, опять же, отсылает нас к тексту. Автор книги Хроник постоянно как бы работает с разными текстами. Может, кто-то из вас вспомнит, кто говорил подобные слова: это дом Господа Бога, и это жертвенник всесожжения Израилю. Похожие слова, не буквально такие же, но похожие.
есть персонаж из Торы, который говорит очень похожие слова. Я напомню вам, это говорит Яков в известном своем сне с лестницей, с небесной лестницей. Он просыпается, и когда он просыпается, он говорит: как страшно это место, это не что иное, как дом Божий и врата небес. Надо отметить, что вполне вероятно, в данном случае автор книги Хроник отчасти полемизирует с той традицией, которая есть в книге Берешит, потому что там-то речь идет о Бейт-Эле, о городе Бейт-Эль, который, таким образом, его название получает толкование. Прошу прощения. Я веду лекцию, я перезвоню. Веду лекцию. Это Бейт-Эль там, а здесь это Иерусалим. То есть в моих глазах автор книги Хроник, как бы создавая образ Давида как второго Иакова в данном случае, утверждает, что истинный дом Бога находится не в Бейт-Эле, а именно в Иерусалиме, потому что Бейт-Эль – это центр Северного Израильского царства, о котором автор книги Хроник практически ничего не рассказывает, видя в нем изначально беззаконное образование, которое лишено права на существование. Поэтому святость там никак не может пребывать в его глазах. Она только в Иерусалиме. А таким образом, мы видим, что Давид одновременно здесь вот в этой истории как бы оказывается своего рода таким продолжением пророка Илияу, продолжением Моше или Аарона и продолжением Иакова, полемическим продолжением. Ну, время наше подходит к концу. Я здесь остановлюсь, мы продолжим всю эту тематику в следующий раз. Значит, мы поговорим и о том, как, согласно книге Хроник, Шломо наследует царство, и, повторяю, поговорим о том, как Давид становится поэтом и пророком благодаря книге Хроник в значительной степени. Вот. И если есть вопросы, замечания, то сейчас самое время их задать. Мы немножко задержались, потому что начали тоже позднее. Если есть вопросы и замечания, то, пожалуйста, сейчас. Есть ли вопросы? Окей, ну хорошо, если вопросов нет, я так полагаю, что это вообще такие тексты, которые требуют еще дополнительного раздумья. Я только подведу некоторый итог. Да, значит, что же делает автор книги Хроник, пересказывая текст? Он пересказывая текст, он его меняет, и меняет его, приводя его в соответствие с какими-то чрезвычайно важными для него концепциями. Одна из этих концепций, которые мы видели, это соотнесение с Торой, которое ему явно не хватает в книге Шмуэля. Вторая концепция – это подчеркнутая связь Давида с коэнами и левитами, и все храмовое служение, о котором мы отдельно будем говорить, которого не удостоился создать Давид, но удостоился подготовить его. Да, все это храмовое служение связано с его именем. Это вторая такая очень важная для автора книги Хроник концепция. И третья концепция, которую мы пронаблюдали сейчас, это полное разделение добра и зла. От Бога не исходит зло. Это для автора книги Хроник чрезвычайно важная идея. Вот, все это он проделывает, насыщая текст всевозможными интертекстуальными перекличками, что впоследствии, то, что он делает как бы скрытым образом, впоследствии мудрецы в своих мидрашах делают уже совершенно открытым образом, превращая весь Танах в такой своего рода интертекст. Ну что же. Добра и зла, можно что-то... Сейчас, если вот на последнюю фразу я хотел сказать, да. Этот мидраш, что где он находился,
Что где такое? Находился Яков, что, а. Что есть мнение, что он находился не в Бетеле, это там на горе Амоне. Совершенно точно, что эта лестница была как бы по диагонали нашла. Совершенно верно. Да, а вы, Эмиль, что хотели сказать? Я хотел сказать по поводу добра и зла, в общем-то, персонификация зла и так далее, но это можно там понять с исторического контекста, допустим. А вот сама суть вопроса, значит, Всевышний, он может наказать и он может испытать. То есть зло, то есть это может восприниматься как зло, допустим, даже вот то, почему сейчас подошли к, значит, к параше последней, да, книги Ваикра. Вот, так, то есть тут как бы всегда можно как бы найти выход определенный, да, то есть не нарушая монотеизм. То есть если это Всевышнему доступно, значит, вот, то тогда этот сатан, он превращается просто каким-то обозначением, значит, или восприятием этих моментов как зла, то есть монотеизм тоже не нарушается, как бы, да, то есть он может испытать и наказать Всевышний, то, допустим, даже в Йове он не совершает зло, он испытывает, то есть там сатан, как бы, он является, как бы, ну, определенным способом обозначить, да, вот эту ситуацию как через диалог. Это вы, Эмиль, так это интерпретируете, это ваше право, да, так, да, интерпретировать, но если читать текст, как бы не пытаясь, ну, у вашей традиции интерпретации, как бы вчитывать в текст, есть очень, так сказать, глубинная традиция, да, в свое время Рамбам так читал библейские тексты, вот, но все-таки сатан предстает в этих текстах как персона, как совершенно живое существо, не просто как какая-то абстрактная категория. Теперь важно здесь отметить, что почему именно вот здесь как бы было существенно для автора книги «Хроник» заменить Бога сатаном, потому что здесь происходит подстрекательство к греху, и это он не в состоянии, как бы он не может это совместить с божественным волеизъявлением. Потом, опять же, мудрецы озвучили это, что это как бы для них было совершенно поразительным. Рабби Йоханан говорит, это подобно тому, как раб, который подстрекает своего господина козлу. Значит, это очень такая непростая идея. Наоборот, хозяин, который подстрекает своего раба козлу. Да, но они говорят это, нет, они говорят это по поводу книги Иова, что сатан предлагает Богу испытать жесточайшим образом Иова, зная при том, что Иов ни в чем не виновен. Да, и вот по этому поводу это говорится. Теперь в данной истории в книге «Хроник» Бог, согласно книге Шмуэля, Бог подстрекал Давида пересчитать народ для того, чтобы он мог наказать Израиль, потому что он гневался на него, и он, как бы, получается, искал повода с тем, чтобы обрушить наказание. Автор книги «Хроник» не может с этим смириться, и поэтому в его интерпретации это делает уже не Бог, а сатан. Значит, можно уже дальше пытаться как бы это интерпретировать. Ну, да, духе, да. Которую вы предлагаете, некая абстрактная категория. Тоже может... Но это не то, что напрямую говорится в тексте. Окей. Ну, спасибо. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Еще кто-то хочет что-то сказать или спросить? Да, есть вопрос. Да, пожалуйста. Давида можно считать как бы первым царем Израиля, признанным всеми 12 колен. И это вопрос? Ну да, как бы вопрос. Что значит всеми 12 коленами? Значит, что касается Шауля, то как бы его воцарение происходит поэтапно. Сначала его помазывает Шмуэль приватно, а потом при всем народе его воцаряют. Значит, там нет никакого разделения в самой книге Шмуэля, какие колена его признали, а какие колена нет. Что касается Давида, то его воцарение еще более поэтапное. Он сначала помазывается, потом он становится царем своего, в рамках своего колена Иуды, а потом к нему приходят делегаты от других колен. Я не уверен в том, что можно говорить о том, что Давид первый царь всего Израиля. Согласно книге Шмуэля, Шауль в не меньшей степени был царем всего Израиля. Ага, понятно. А тогда вопрос такой.
Почему Давид выбрал несколько жен, много жен? И неужели он не понимал, что это приведет к вражде между наследниками? Ну, смотрите, что значит понимал или не понимал? В данном случае как бы это объясняется легко эпохой, временем. Да, это была полигамия. Да? Значит, у людей, особенно у людей состоятельных и особенно у царей, было некоторое количество жен. Значит, про Шауля как раз этого не рассказывается. Ну, правда, у него была наложница, кроме жены. Вот, но взять рассказы из книги «Бытия», из книги «Берешит», да, где у працев есть несколько жен и несколько наложниц, да, всегда можно как бы поставить этот вопрос, как они не понимали того, что это может привести к внутрисемейным конфликтам. Но это было как бы принято. Потом мудрецы обсуждают вопрос о том, сколько жен имеет право иметь царь. Да, там разные мнения высказываются, от 18 до 1. Вот, в кумранском или, по крайней мере, отчасти в кумранском храмовом свитке утверждается, что царь имеет право иметь только одну жену. Это как бы такое максималистское толкование закона о царе в книге Дворим «Лоер Белло Нашим». Это значит, что только одна. Да, то есть на эту тему велись споры, а как бы само по себе, значит, как бы сама по себе полигамия, она в Израиле отмирала очень постепенно, очень долго. И, как известно, еще в 20 веке сюда приезжали из Йемена еврейские семьи, у человека было некоторое количество жен. Был известный, конечно, псак Гзера по Рабейну Гершома в средние века, вот, который запретил полигамию ашкеназских евреев, видимо, под влиянием христианской среды. Но это как бы был постепенный процесс. В библейских текстах в этом проблему не видят. Вот. Ну что ж. Можно вопрос задать? Если рара, он от Бога или от меня? От Бога или... Ецер-ара, то, что мы называем ецер-ара сейчас, как бы, да, или вот сейчас, как его ввели. Да. Это от Всевышнего, кто сделает этот ецер-ара? Смотрите, вы задаете вопрос, на который... Во-первых, не сейчас, я вам на будущее. Одной фразой трудно ответить, я только скажу так, что в Танахе вообще такого понятия нет, ецер-ара. Есть понятие «ицер», которое, видимо, обозначает какие-то влечения человеческой натуры, которые могут быть и дурными, и хорошими. У Хазаль действительно появляется эта дихотомия, а еще до этого появляется, опять же, в литературе Второго храма, в Кумране. Вот. И есть разные взгляды на то, что такое «ицер ара». Иногда говорят, что «ицер ара» у сатан, у Малаха Мавет, у Ецарара, а есть такие, есть утверждения, что Ецарара, да, это, Ецар это нечто, вложенное в человеческую природу Богом. Так, по крайней мере, мыслил Раби Акива и последователи его, как бы, Бейт Мидраша. Они не видели в Ецаре какую-то враждебную природу человека. Но это отдельный совершенно вопрос. А ты, Нехама, что хотела еще сказать или спросить? Я хотела предположение высказать, что на самом деле большое количество жен у царя это некоторые принятые. Это вопрос статуса. Потому что на самом деле мы не очень часто знакомы простых людей без особой причины многоженства. Например, если одна жена, у нее нет детей, то там Пнина. Ну да. Она у Пнина. Или у наших працев. И даже в Талмуде, например, почти нет ситуации во времена уже талмудические, более поздние, что у людей, у кого-то там много жен. Это редкость. Так что я не уверена, что это уж прям так принято было. Это было разрешено, но не особо приветствовалось, мне кажется. Но вопрос у царей просто это иначе. Ну, что? Я про царей говорю. Понятное дело, что это хорошо нам известно из мусульманского общества, что чем статус выше, чем человек богаче, знатнее, тем у него больше гарем. Да, значит, это и было и в персидском обществе древнем. Вот, да. Ну, да, приятно, мусульман, даже знаем, что не обязательно он как бы со всеми ими действительно оказывал супруг. Но при этом никому, кроме Шломо,
по другой причине, отдельной совершенно, это не инкриминируется как некоторый грех. Да? То есть сам по себе факт того, что человек имеет несколько жен, царь имеет несколько жен, это никак не воспринимается как некоторая проблема. У Шломо это особая проблема, потому что это были жены инородки. Да? Но это уже отдельный вопрос. Кстати, вот в Израильском царстве как раз этого нет. В Израильском царстве там меняется династия, а жены, в общем, в основном у всех одна. Ну, по крайней мере, не рассказывается о... Ну да, вот мы просто не знаем, может быть, но, во всяком случае, это как-то заметно. Причем Ханан Эшель, когда-то я слышала от него, интересную параллель он проводил, что в Месопотамии между Бавелем и Ашуром была такая же, как бы, такое же соотношение. В одном менялись династии, а в другом было многоженство. Ну, это отдельный вопрос. Ну да, это действительно вопрос отдельный. Хорошо, спасибо большое всем за внимание. Мы на этом завершаем, надо сделать стоп-рекординг. Спасибо всем и до встречи. Я очень рад, что возник такой плодотворный диалог после моего выступления. Спасибо всем. Спасибо.